Судьба ядерной сделки с Ираном. Сегодня, как ожидается, президент Трамп объявит свое окончательное решение, останется США в рамках существующего соглашения или же выйдет из него. Из Вашингтона уже неоднократно звучали заявления об отказе от плана действий по иранской ядерной программе, так что вероятность выхода Соединенных Штатов и наложения новых санкций на Тегеран очень высока. Такое развитие событий предрекает американская пресса. Напомню, историческое соглашение было принято 3 года назад при участии стран-членов ООН, причем немалый вклад в его разработку внесла именно Россия. Согласно плану, США, ООН и Евросоюз обязались снять с Ирана все ограничения взамен на отказ Арабской Республики от ядерной программы. Это решение, очевидно, нравилось не всем. Отговорить Трампа от резких шагов в последние дни поочередно пытались Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон.